Так, вот вам и Питер. 1 октября 2023 год. Поздравляю всех причастных с Днем защитников и защитниц Украины. Да, у нас же перенесли теперь с 14-го. Ну, по-моему, полосы видно прекрасно. Я в окуляр наблюдаю даже спутнички. В общем, довалялся. Да, вот три спутника я вижу точно. Ганимед и Европа. Ну, пробую затемнить. Уже светло. Хорошо. Это у нас основная программа. Ну, сейчас мы еще посмотрим и Луну. И Венеру. Так, увеличение 125 крат зум оптический. Плюс 4 крата цифровой. Даже придется выдержку менять. Была выдержка 1.30 при ISO 125. В общем, валялся, не хотел никуда идти, но не вынесла душа поэта. Я вообще поэтов не выношу. Думаю, ну что, ну есть у тебя время перед дежурством. Почему не пойти не потрясти луной в кадре? В буквальном смысле потрясти. И в фигуральном тоже. Все, я отойду, пускай она сама в кадр влезает. Слышишь, вот это отдышка. А я себя курить не бросил. Капец. Луна была в перигее на ближайшем расстоянии от Земли по своей орбите. Вчера, да? О, да какой? 28-го. Ух ты, куда кратер Платон вывернулся. Ну, управлять при таких увеличениях приходится. Я двигаю ножку штатива, чтобы отодвинуть чуть-чуть, чтобы создать напряжение в конструкции штатива. И за счет этого сместился наблюдаемый кратер. Жуткое увеличение, конечно. Особенно, конечно, страшное. О, Аристарх кратер. Самый молоденький. Так, ну что, пошли. Тихо, вон еще у нас есть кратер примечательный. До Юпитера, который я снимал в начале, 617 миллионов километров. Через месяц, 3 ноября, будет противостояние. То есть кратер, Юпитер будет на ближайшем расстоянии к Земле. Уменьшу, наверное, еще выдержку. То есть он максимум бывает, Юпитер, от Земли 900, по-моему, миллионов километров. А минимум будет 595. Но уже сейчас это очень близко. То есть, ну,
на треть меньше, чем конечно, линия терминатора, это всегда интереснее всего. Всегда интереснее всего падок я на крайности, да? Максималист, ну не зря же я Максим. Или зря, ну уж как получилось. Ладно, давай сейчас еще Венеру отфиксируем. Сейчас тут главное прицелиться. О, на Венеру мы не пропустим. Такая яркая наша красавица. Меркурий вот уже не видно, уже слишком светло. Так, Венера у нас поднимается, да? На данном этапе. Сейчас. Опять, наверное, будем ловить. Надо сюда Лёшку, он ювелир с подразделения на гражданке, ювелир, у него эти движения как у часовщика, микроскопические, выверенные, точные. Все. А до Венеры 777 миллионов километров. 0,5 астрономических единиц. Ладушки, достаточно, думаю, длинный файл. 1 октября 2023 год. Запорожская область, близ Орехова.